у короля не будет выбора, кроме как обменять королевство на его дочь. Корнелия будет моей. Кто там еще? Королевские обломки. Вы знаете, с кем вы связались? Вы действительно думаете, что можете скрестить мечи со мной? Очень хорошо. Я Гарланд, и я легко с вами расправлюсь. Вы прошли спасти меня. Я не знаю, как могу вас отблагодарить. Я Сара, принцесса Корнелии. Это первый раз, когда кто-либо победил Гарланда. Вы должны позволить мне показать, как я вам благодарна. Пожалуйста, проводите меня в замок. Спасибо, что вернули мою дочь обратно ко мне. Не может быть никаких сомнений в том, что вы воины света из пророчества Лукана. Вы должны услышать пророчество в его цельности, если я могу. Когда тьма покроет мир, 4 воина света придут. И если не соберут они осколки света, тьма поглотит все. 4 кристалла никогда не засияет еще раз. Я слышал, можно найти кристалл на континенте к северу от нас. Восстановить свет в кристаллах – это наша единственная надежда. Избавить мир от монстров, которые на него нападают. Я построю мост на север, как и обещал. Я надеюсь, вам удастся восстановить свет 4 кристаллов, как и мир. Эта лютня была доверена принцессе Корнелии многими поколениями. Когда Гарланд похитил меня, он забрал и эту лютню. Я хочу, чтобы она была у вас. Это может помочь вам в путешествии. Вы получили лютню. Это опять... Одно и то же. Опять танцующая девушка, много всего знает. Да. Опять одно и то же. Если бы ты хотел, ты мог бы. Я имею в виду здесь, в Корнелии. А нет, ничего. Вы должны подготовиться к своей поездке. Верните свет кристаллам. Мысли Сары всегда с тобой. Угу. Вы воины света, я не могу благодарить вас достаточно, что вы спасли Леди Сару.